Министерство культуры готовится к Экспо. До 2017 года будет разработана единая концепция культурного сопровождения выставки. Информацией с журналистами сегодня поделился министр Арыстанбек Мухамедиулы. По его словам, лишь 40% посетителей Экспо, как правило, интересуются научными разработками, а остальные 60% знакомятся с достижениями страны и ее культурным наследием. Проект программы еще в разработке, но тема уже есть. Казахстан – сердце Евразии. Оно емко определяет и, конечно, и в культурном отношении, и в геополитическом отношении. И, конечно, это название «Сердце Евразии», автором является глава государства, оно дает шире взять всю нашу палитру, нашего многогранного искусства Казахстана. Кроме того, министр отметил, что отечественное кино казахстанцы стали смотреть в 400 раз больше, а для писателей действует специальная госпрограмма для издания социально значимых книг. Говорил глава ведомства и о планах на ближайшее будущее. 6 июля этого года в Астане распахнет свои двери Национальный музей, а в 2016-м первых студентов примет Казахская национальная академия хореографии.